Мертвого Кобзона подвергли унижению из-за смерти Азнавура. Российский журналист и писатель Александр Сотник сравнил двух исполнителей, при этом сопоставление получилось в пользу французского шансонье. Сотник выразил свои размышления в Facebook. По его словам, подлинное не бывает пошлым. У каждого народа свои певцы великих эпох. У французов Азнавур, у россиян Кобзон. Чувствуете разницу? Так подлинность смеется над эрзацем. Унизил отечественного исполнителя журналист. Он отметил, что Азнавур пел о любви к стране и женщине, о красоте Парижа, а Кобзон – о любви к партии и правительству и священном подвиге Леонида Ильича. По словам писателя, французский шансонье оставил после себя на сцене потрясающую ЗАЗ, а Кобзон – Филиппа Киркорова и Николая Баскова. При этом Сотников добавил, что Азнавура никогда бы не назвали французским сенаторой. По его мнению, это пошлость, эпохальной личности недостойная. А вот Кобзона называли, потому что япончик, тайванчик, мафия, а не потому, что величина размера дяди Фрэнки. Подлинными подлинное пошлым не бывает, а от подделки всегда несет пошлятиной, раскритиковал Иосифа Кобзона Сотник. По словам писателя, французский певец ушел достойно и тихо, без лишней помпы. Мессия Азнавур, вы всегда будете петь в моем сердце, заключил Сотник. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!